Здравствуйте, друзья. На обзоре у нас монета 100 итальянских лир. Монета выпускалась с 1955 по 1989 год. Самый большой тираж этой монеты был 351 миллион 583 тысячи 600 штук. Выпускалась она и в качестве пруф, малыми тиражами, в пределах 9-10 тысяч. Это было в 85-м, 86-м, 87-м, 88-м, 89-м. Пруф выпускался наряду с другими монетами этих лет. Монета выполнена из нержавеющей стали. Вес ее 8 грамм. Диаметр 27,8 миллиметра. Видим изображение женщины, символизирующей Италию, в лавровом венке и надпись по кругу «Республика Италия». На обратной стороне видим номинал 100 лир, год выпуска 79-й, и богиню Минерву возле оливковой ветви, возле оливкового дерева. Это одна из самых могущественных богов греческого Олимпа, наряду с Юпитером, Юноной, ну и она третья. Она была покровительницей ремесленников, художников, поэтов, ну, короче, всей творческой интеллигенции того времени. Она еще была покровительницей гладиаторов. В нее честь проводились гладиаторские бои Квинкватрии. Такая монета, друзья. Интересная, красивая. У меня их несколько, этих монет. Самая старая 1965-го, 78-го, 2-79-го и 1-82-го года. Всего вам доброго, друзья. Будьте здоровы, не болейте, главное. Пока.